О той весне, майский вальс, баллада о солдате, эти и другие произведения вошли в программу ежегодного творческого состязания. Конкурс патриотической песни «Любовью к родине дыша» проводится уже не первый год. В нем принимают участие самые талантливые, артистичные и тонко чувствующие певцы от 14 до 35 лет. Желающих традиционно много, жюри в этот раз придется оценить 31 выступление. Главное, конечно, желание. Мы ни одну заявку не отклонили, просто решили, что лучше мы расширим как бы временной промежуток. И конкурс вместо там часа 20 классических, сколько он идет, сегодня будет проходить более 3 часов, так как у нас было очень много заявок. И мы, конечно, проводили конкурсный отбор, мы отсматривали участников по видео, но всех приняли. Песни фронтовых лет или просто о войне, их знают и любят все. Николай Макаркин, учащийся педагогического колледжа «Мир знаний», не исключение. Для исполнения конкурсант выбрал одно из самых душевных произведений – «Журавли». Нетленная песня авторства Расула Гамзатова и Яна Френкеля трогает душу. Она проникновенна и очень нежна, уверен исполнитель. Для меня этот конкурс в первую очередь является возможностью показать то, как молодежь сейчас может продемонстрировать свои навыки в творчестве, в культуре. И, в принципе, этот конкурс полезен для развития культуры среди общества, но непосредственно продвигает патриотизм в нашей стране. Помимо песен о войне, участники исполняли произведения, прославляющие страну, любимое Подмосковье и малую родину. Звучали творения как современных авторов, так и их предшественников.